Безопасность никогда не бывает лишней. Именно для этого и предназначены видеодомофоны. Модель NeoLite Omega Plus оснащена качественным 7-дюймовым дисплеем разрешением 800 на 480 пикселей. Интерфейс простой и понятный, во многом напоминает современную оболочку Windows. Управление домофоном и настройки функций происходят с помощью панели сенсорных кнопок, которые для удобства подсвечиваются. Внутренняя память модели способна хранить до 64 фотографий. Но если и этого мало, память можно увеличить, используя microSD-карту емкостью до 32 гигабайт. Зачем, спросите вы? Дело в том, что домофон можно использовать как фоторамку. Кроме того, модель оснащена медиаплеером. Возможно подключение сразу 4 видеодомофонов, плюс 2 вызывные панели и 2 видеокамеры. Или же 1 вызывная панель плюс 3 видеокамеры. Порадовала модель и обилием настроек, среди которых установка времени, мелодии и громкости звонка, режимы «не беспокоить», прослушивание и даже будильник. Такой вот, все в одном, и все это в очень симпатичном и достаточно тонком корпусе, крепящемся на стену. Заботьтесь о безопасности и комфорте своей семьи, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока!